В Москве для транспорта пришлось перекрыть Кронштадтский бульвар. Около 2000 футбольных фанатов устроили там шествие в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове. К акции, которая пока проходит без происшествий, присоединились байкеры. Напомню, Свиридов погиб во время массовой драки 6 декабря. Его смертельно ранили из травматики. По подозрению в убийстве задержан Аслан Черкесов. Пришли высказать свои соболезнования молодому человеку, который погиб. Понимаешь, это, по-моему, нормальная реакция. Вот. Все тоже, знаете, хотим поддержать людей, всех, кто прошел. Значит, во-первых, подскажу, что закон это один. Значит, он не может быть одному. У одного есть закон, а у другого нет закона. Что произошло, на самом деле, вопиющий факт. Понимаешь, что вначале, что за человек, который совершил убийство, его отпускают просто так. И только люди его заставляют опять вновь его повернуть на место. Понятно, это вопиющая тема.